И мы с вами продолжаем ту тему, о которой говорит Рав Ицхак, одно из важных дел, которым он занимался в Израиле. Это обрезание русскоязычных евреев, которые приехали из Советского Союза, и даже их деды уже этого не делали. И сейчас в книге мы дошли до того места, той истории, которую рассказываю я сам. Поэтому я могу рассказать вам ее, не обращая внимания о том, как об этом сказано в книжке. Как-то в Рамоте я был на обрезании, и русскоязычного еврея. И после этого была трапеза, и на ней раввин Моэль, он есть раввин религиозного района Рамот-Далет в Иерусалиме. И я сейчас могу сказать его фамилию, это Рав Фукс. И он знал меня много лет, и он сказал, что хочет рассказать одну историю. Он рассказал, что на одном брите новорожденного еврея и у родителей, которые были новоприбывшими из Советского Союза, должен был быть Рав Ицхак Зильбер. И он должен был приехать вовремя, но все его нету и нету. Он пытался остановить любой транспорт. И в конце концов он прибыл на брит на мотоцикле. А семья с 8-дневным младенцем ждала его у дома. А в этот момент как раз Моэль закончил делать предыдущий брит, посмотрел на часы и сказал: «Все, больше я обрезания не делаю. До захода солнца осталась одна минута, а после захода солнца запрещено делать брит». И вдруг Рав Ицхак изо всех сил стукнул по столу и сказал: «У меня есть раввинское удостоверение от самого рава Моше Файнштейна, и я приказываю вам делать брит. Либо вы успеете, либо солнце остановится, но брит вы будете делать сейчас же». И рав мой, он послушался. Главное — успеть сделать обрезание до захода солнца. То есть отрезать эту кожицу. А зашивать можно и позже. Он закончил, и тут тучи разошлись, и показался луч солнца. С тех пор, встречая рава Ицхака, этот раввин, рав Фукс, Моэль, всегда напоминал ему, как рав Ицхак остановил солнце. А про то, как рав Ицхак получил раввинское удостоверение смеху от рав Моше Файнштейна, это отдельная история. Как мы уже вспоминали в этой книге, рав Ицхак встречался со всеми великими раввинами своего поколения в Америке. И он пришел поговорить с рав Моше Файнштейном. И они говорили около часа. А потом, когда рав Ицхак собрался уходить, рав Моше Файнштейн спросил: «Скажите, у вас есть смеха, раввинское удостоверение?» Рав Ицхак сказал: «Нет». «Подождите». И он написал то, что он удостоверяет, что рав Ицхак Зильбер является раввином, обладающим знаниями. Короче, выдал рав Ицхаку раввинское удостоверение. За все годы, что я знал рав Ицхака, а я был связан с ним 25 лет, я никогда не слышал, чтобы рав Ицхак воспользовался своим раввинским удостоверением, кроме этого одного раза. Но продолжим то, что рав Ицхак вспоминает про обрезание. Обрезание на лагерных нарах. Рав Ицхак говорит, что он услышал эту историю про одного человека, который в лагере в Потьме
стал Бааль-Тшува, Хазар-Батшува, вернулся к вере отцов и сам себе в лагере сделал обрезание. Это было в 70-е годы. А рассказал ему эту историю один из его близких учеников, Миша Виндыш, чтобы Творец послал ему полное выздоровление. Рав Хаим Каневский дал ему новое имя – Гимпель Мойше бен Батшева. И Миша Виндыш, как мы его звали и как звал его рав Ицхак, рассказал, что тот человек, который был с ним в лагере, он сделал чуву, сделал обрезание, а сейчас он приехал в Израиль. И я, говорит рав Ицхак, передал ему, чтобы он пошел к Моэлю и проверил, насколько кошерное это обрезание. А позже мы познакомились. Этот человек жил в Тель-Авиве. И у него, может быть, под влиянием окружения, возникли проблемы с верой. И вот мы с Мишей, говорит рав Ицхак, поехали к нему в Тель-Авив. Поговорили, хозяин пошел нас провожать. И вот мы стоим втроем на остановке, а этот хозяин без кипы. Ждем автобус. И вдруг идет какой-то человек, подходит, останавливается. Странноватый такой, не то чудак, не то пьяный. И вдруг он вытащил из кармана кипу, уставился на нее, смотрит, смотрит. И вдруг, обращаясь к самому себе, говорит на иврите: «Ну что она, 40 килограмм весит?» Держит ее в руках, покачивает руку. «Ну почему я не могу ее надеть?» И снова пауза. «Мое дурное начало мне это не позволяет. Ецарара, вот оно что!» И надел ее на свою голову. Это история, как на глазах произошло это чудо. То, что на самом деле было на сердце этого человека, который самопожертвованием сделал сам себе обрезание в лагере, а когда приехал в Израиль, не очень держался. И, может быть, это помогло ему, чтобы он вернулся к вере отцов. А сейчас рав Ицхак рассказывает про особенное религиозное поселение Теко. В 73-74 году там поселилось очень много новоприбывших из Советского Союза. И рав Ицхак часто туда приезжал. Там были и американцы, и израильтяне, но очень много русских. И долгое время, говорит рав Ицхак, я был у них как бы раввин. И обязательно каждый Пурим читал им свиток Эстер, Мегилат Эстер. И вот об одной поездке я хочу вам рассказать. Где-то в 6 часов я вышел, чтобы ехать в Теко. Туда ехать минут 40-50. И вдруг пошел снег. Настоящий снегопад. А в Израиле это стихийное бедствие. Наоборот, праздник для детей. Дети тут же не идут в школу, автобусы не ездят. Прямо особенно. И вот рав Ицхак взял машину, и она все время буксовала, застревала. Таксист замучился и в конце концов поехал назад. Ну, я взял другое такси, поехал еще раз. Бились, запутались, заплутали, чуть не попали корабом, не смогли добраться. И таксист увез меня назад. Второй раз. А было уже 8 часов вечера. Я решил не сдаваться. И в 9 поехал в третий раз. И та же история. Снега еще больше, водитель еще больше запутался, не попасть. И тогда я взял в 4-й раз такси
и около 12 ночи мы все-таки добрались до Тыко. Ну, я стучал по домам, собирал людей и прочитал им свиток Эстер. А на завтра утром читаю им свиток Эстер еще раз. И вот как раз на середине вижу, несколько человек собираются уйти. Я же не могу прервать чтение свитка и говорить не могу. Равицкая говорит, вы будете смеяться. Я просто схватил их и удерживал руками, пока я не прочитал полностью свиток. И с ними же я провел праздничную трапезу, мы станцевали, и под вечер я вернулся домой. Прошло несколько лет, и вот встречает меня как-то таксист, я помню его фамилию, Коган, который третий раз не доехал, и спрашивает меня, ну, скажи, поедешь еще раз в снег в такую поездку? А я ему сказал, что все-таки я добрался до Тыко. Он очень удивился. А кто бы не удивился? На самом деле, уже после первого раза любой из нас пошел бы домой, выпил бы крепкий кофе и нашел бы человека, который бы прочитал ему свиток Эстер или сам бы прочитал. Второй раз – это уже единицы. Третий раз – я не знаю, ну какие-то особенные люди. Но взять машину в четвертый раз и ехать – и здесь открывается ключ всей жизни Равицкая Козильбера. В одном из своих уроков в книге «Беседы о Торе» он пишет, что если человек, он находится в армии, и он таксист, он не может перейти, я не знаю, в пехоту и даже взять приступом какую-то крепость, у него будет военный трибунал, он сбежал со своего поста. И то же самое наоборот. Пехота, которая залезет в танк, будет вести танки, даже... Вы понимаете, что говорит Равицкак там? Он говорит, ты солдат. Ты не можешь сказать, я устал, я голоден, и я хочу пойти в другое место, делать что-то, то, что мне хочется. Ты солдат. Поэтому слушай приказ Творца и исполняй его. И это не важно, ты голоден, ты устал, ты хочешь спать. Это вещь, которая, несомненно, обладают ею великие праведники. То, что Равицкак в лагере, то, что мы уже вспоминали, он сказал Творцу, когда он хотел пронести чемодан, в которых были твилин, в которых были две книжки, одна, три раздела Мишнайот, последние три раздела, самые тяжелые, и Танах. Он сказал Творцу так, я сделаю все, что зависит от меня, а ты сделай то, что зависит от тебя. Человек, который может так сказать, я сделаю все, что зависит от меня. И вот эта поездка в Тыко, это проверка. Нету отчаяния. Мы бы подумали, ну как, снег, никакой возможности нет. Я могу пешком идти, так я всю ночь буду идти. Машина не может ехать. Первая, вторая, третья. Все, что зависит от меня, одно из самых прославляющих человека слов от Равицкака можно было услышать. Он честный человек. Это мерка, с которой он подходил к самому себе. Я сделаю все, что зависит от меня. А где эта граница? В нашем мире мы получили право на прикладывание усилий, иштадлют. И, несомненно,
Человек прикладывает усилия, он хочет исполнить заповедь, несмотря на усталость, на голод, на желание заснуть, прикладывает усилия. Но вот по такой высшей планке это требует от себя только самые великие праведники. А что же мы? Что, чему должна научить нас эта история? Что мы не знаем границы нашего прикладывания усилий, чтобы исполнить волю Творца. Кто-то из нас может сказать перед Творцом: я сделаю все, что зависит от меня, чтобы помолиться в миньяне, чтобы, я не знаю, учить Тору, несмотря на усталость, и так далее, и так далее. Это праведник, он требует от себя максимально, по букве закона, по толщине волоса. И тогда он открывает свои руки тем, кто приходит к нему. Он проливает на них такую свою любовь, что она открывает новые горизонты. То есть это то, что неоднократно мы слышим от многих людей. Но то, когда мы видим, что этот человек, он по такой высшей мере служит Творцу. И тогда это то, что мы знаем из Талмуда. Это то, что сказал перед Творцом Раби Шимон бар Йохай. Тора должна быть постоянным занятием человека. И занимайся ею днем и ночью. И в Талмуде задается вопрос: но как это возможно? Ведь сказано: и собери свой урожай. Ты, Творец дает тебе, чтоб ты собирал свой урожай. Говорит Раби Шимон бар Йохай: человек пашет, когда время пахоты. Он сеет, когда время посева. Он сжинает, когда приходит время сжинать свой урожай. Потом провеивает на ветре, перемалывает. Что будет с Торой? Но говорит Раби Шимон бар Йохай: когда мы исполняем волю Творца, сказано у пророка, и придут другие народы и будут пасти твой скот, значит, это называется не соблюдающий волю Творца. Тот, кто занимается всеми будничными делами. Но спорить с ними, с Раби Шимоном, Раби Ишмаэль говорит: нет, это собери твой урожай, ты занимаешься исполнением воли Творца, чтобы все остальное время заниматься Торой. А как же эта строчка из Йошуа бен Нуна: чтобы не отошла книга Торы этой от твоих уст. Раби Шимон говорит: буквально надо понимать, всегда только Тора. А Раби Ишмаэль говорит: Тора управляет твоими будничными делами. И многие пробовали, как Раби Ишмаэль, и у них получилось. Как Раби Шимон, у них не получилось. Но единицы, те, которые полностью посвящают себя Творцу, они, когда будут собирать свой урожай, это значит, не исполняют волю Творца. И вот когда Раби Шимон и его сын Элазар, Раби Элазар, бегут от римлян, и они находят какую-то заброшенную пещеру, в одну ночь тут же Творец делает чудо, и открывается источник чистой родниковой воды, и вырастает в одну ночь рожковое дерево. И чем же они питались, что они пили? Именно этим, этими рожками. Это немножко сладковатые такие стебельки. Ну, не стебельки, а даже трудно сказать как. Это то, что они ели. И то, что они пили на протяжении 13 лет.
Это Рабби Шимон бар Йохай. Это высшая планка, единицы. Так вот эта история говорит про нашего учителя Рав Ицхака Зильбера, что он по этой высокой планке жил. Но больше того, я скажу вам, когда он приехал в Израиль, он запретил себе изучение Торы на том глубоком уровне, на котором он находился в Советском Союзе. Там он за годы своей жизни, заполненные преподаванием, заповедями, он успел несколько раз завершить изучение всего Вавилонского Талмуда. А когда приехал в Израиль, он себе это запретил. Как? Что может быть выше Торы? Сказано в Мишне, в трактате Пиа, а Тора, она против всех остальных заповедей. Для чего? Для того, чтобы спасать таких, как я. У него было полное, никакой заданности, все время тому, кто пришел к нему. Вот таким болеет чувак, как я, которые делали свои первые шаги в иудаизме. Это могло быть часами, это могло быть все время. Я не имею права учить свою Тору, потому что мне нужно приводить к Творцу этих болей чува. А это спасение жизни. Сказано, ради спасения жизни можно нарушить все 610 заповедей, кроме трех, идолопоклонство, разврат и убийство. В субботу, если есть какой-то еврей, которого соблазняют миссионеры, и он хочет оставить веру евреев, в субботу можно нарушить, так же, как если есть угроза жизни, угроза здоровью какого-то еврея, нужно ехать и везти его в машину, так можно бежать, ехать, нарушать субботу, чтобы спасти его душу. Пикуах нефеш, спасение души. Этим занимался наш учитель Рав Ицхак все годы своего пребывания в Израиле.